Бисмиллях. Абдуллах ибн Амир рассказывает очень интересную историю. Мы, говорит, помолились с пророком, саллиллаху алейхи вассалям. Некоторые, кто вернулся, вернулся домой, некоторые остались в мечети ждать следующего намаза, ночного намаза. После вечернего остались люди ждать еще ночного намаза. И пришел посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, с пешкой, аж даже запихался и сказал: «Берите хорошую новость, весть для вас. Хаза раббукум, это ваш Господь, открыл ворота из ворота небес. Юбахибикум аль-малайкат, гордясь вами перед своим ангелом». Аллаху Акбар. «Унзуру иля ибади», смотрите на моих рабов. «Кад кадау фаридан», они одну фаризу сделали, и они ждут следующего обязательного намаза. Какое сердце должно быть это сподвижников, когда пришел посланник Аллаха, принес весть от Аллаха Субхана ва Тааля, что он гордится ими перед ангелами. Из-за этого, братья мусульмане, соблюдайте иногда это сунну сподвижников. Идите в мечеть, делайте магриб, читайте Коран, поминайте Аллаха Субхана ва Тааля, пока не наступит время следующего намаза. Может быть, Аллах Субханаху ва Тааля и вами будет гордиться. Это хадис передал имам Ибн Маджа с достоверным иснадом. Валлаху а'лям.